Раз в два года в преддверии Дня города в историко-культурном центре открывается новая выставка «Мир глазами земляков». В 2020-м из-за эпидемиологических ограничений ее не было, поэтому в этот раз экспозиция получилась такая разнообразная и богатая. Сейчас, пройдя по выставке, ну, настолько много получила положительных эмоций. Поэтому хочу сказать спасибо вам огромное, огромное-огромное спасибо всем участникам выставки. Кажется, художники просто соскучились по подобным мероприятиям. Накопили большое количество новых работ. Сегодня на выставке можно увидеть порядка 350 художественных произведений. Более 100 авторов. Буйство красок, разнообразие тем. Мне, как руководителю фотокружка инициативы, конечно, нравятся наши фотографии нашего кружка. Вот они представлены. Выставка потрясает тем, что здесь великое многообразие творчества детей, подростков. Она очень красивая. Очень рады, что мы снова попали на выставку, что она открылась, и эта красота доступна всем нашим жителям города. Удобная навигация по залам историко-культурного центра позволяет окунуться в атмосферу определенной тематики. Портреты, цветы, город и его улицы, леса, дома, русская православная церковь. И художники, и прикладники, и учителя, и ученики совершенно разнообразны. Потрясающая выставка. Каждый найдет здесь что-то для себя. Неважно, любишь ли ты картины, любишь ли ты резать из дерева. Да, каждый здесь найдет что-то для себя интересное. В этом году здесь много новых авторов. Молодые таланты не стесняются выставлять свои работы на суд зрителей. Юлия Репина картины пишет всего 3 года. В видновскую арт-студию «Небо» попала случайно, но уже после первого занятия поняла, что нашла свое призвание. Начались регулярные занятия у Ирины Радюк в ее студии. Там собралась большая такая команда художников самодеятельных. И вот, это мы готовили с Ириной к выставке в 2020 году, если бы не начался карантин. И как-то вот оно все само собой получилось. Очень здорово брать кисти в руки. Вы тоже попробуйте сами. Как только начинаете смешивать краски, оно все само собой приходит. Хочется поблагодарить историко-культурный центр за возможность выставить свои работы и работы наших друзей, учеников и студентов наших арт-студий. Многие работы выставки посвящены Ленинскому городскому округу. Атмосферу города-сада передала художница Анна Мезина. Вот эти вообще были написаны специально под эту выставку, которая именно пейзажи нашего края. Отдельного внимания заслуживает стена, где представлены работы в технике пано, художественные изображения из лоскутков ткани. Ознакомиться с экспозицией «Мир глазами земляков» можно до 24 октября. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.